На улицах наших городов очень много машин и людей. Все они спешат по своим делам и движутся в разные стороны. Чтобы не мешать друг другу, люди придумали правила движения на дорогах. Эти правила должен знать каждый. Чтобы по улице гулять, надо правила все знать. Правила дают ответ, где опасен, где нет. Правила запомни, в тайне не держи. Всем друзьям знакомым знаешь, расскажи. Если красный свет горит, это значит путь закрыт. Желтый, подожди чуть-чуть, будь готов продолжить путь. А зеленый на цвет горит, это значит путь открыт. Посмотри и жди. Красный свет, остановись, нет у вас пути. Светофор, светофор. Стоп! Запомните, друзья, на дороге нам нельзя бегать, прыгать и скакать, и с мячом в футбол играть. Красный круг обозначает обязательный запрет. Он гласит, нельзя так ехать или тут дороги нет. Синенький прямоугольник вам показывает, где найти остановку и заправку. Сейчас поможем вам в пути. А еще бывают знаки, где этот синенький квадрат. Как и где проехать? Можно эти знаки ковырять? Желтый свет горит, смотри, скоро сможем перейти. Свет зеленый не забудь, говори, свободен. Нам на улице не страшно, знаем, чем из давних пор. Красный свет, идти опасно, путь закрыл нам светофор. Ой, как раз загорелся зеленый. Вот обычный пешеход, по нему идет народ. Специальная разметка зебры назовется метка. Чтобы правильно дорогу смог ты перейти, чтобы не встретить машину на твоем пути. Посмотри сперва налево, транспорт пропусти, а затем смотри направо, не переходи. Убедись, что дорожный транспорт не идет, посмотри опять налево и иди вперед. Перейдешь на половину и останови. Посмотри мультик направо, твердо убедись, что машина с тобой рядом, нет наверняка. И иди спокойно дальше, вот и все, пока. Если есть подземный переход, то дорогу нужно переходить по нему. Переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Нет у вас пути. Если хочешь перейти одну дорогу, ни за что не торопись, подожди немного. Посмотри на светофор, синий, он не красный, если красный не иди, что на месте, ясно? Переходи дорогу только по пешеходному переходу, на зеленый цвет светофора. Переходи дорогу только в том случае, когда убедишься, что путь безопасен.